Гостеприимство – это отличная работа всего коллектива. Подобрать команду профессионалов предприятиям помогает городской центр занятости. Ярмарки и вакансии в преддверии курортного сезона – это традиционные мероприятия. Свои вакансии представляют почти все крупные отели города Сочи и Меретинской низменности. Представляют свои свободные вакансии как временного характера, так и постоянного. В ярмарке приняли участие три десятка городских работодателей. Они представили почти 6 тысяч вакансий.